Всем привет, дорогие друзья, с вами Тытыщин. И это Scratch Tail Cord. Ты убьешь меня? Воу! И он сразу в нас какое-то говно запускает. Шутка. Ауч. Стоп. Ай. Ха-ха-ха-ха. Так, сейчас мы будем атаковать. Надеюсь, на следующей атаке сердца нету. На. Нет, я тебе не дам. Так, так, неплохо. Котик, котик, а ты не устал? А? О, конечно. На это я таки нету сердца, на это я таки скрутящийся гастер-бластер. Но они, в принципе, такие яичные вообще. Самое яичное это... Санса. Санса это самая легкая атака. Так. Рискуем. По-моему, ты это заслужил. Йо. Йо. Кек. Кот, котик, 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 покотик. Так, битва. Эррор, ошибка. Мамочки, что это за говно? Ты меня кидаешь? Понятия. Надо найти сейф-зону. Не-не-не-не, ты меня не... Серьезно? Яичная атака. Сейчас я буду коды. Эррор. Яичная атака. Для хилки как раз. Для того, чтобы похилиться. Ах, я. Отлично, сейчас мы на фулл хп хилимся. Да ладно. Фу, ё-моё, не ту покончено. Ты взломал то свой компьютер и изменил коды. Эррор. Ошибка. Ну да, немного дымага получаем, но все-таки. Ой, я, кажется, паттерн нашел. Делимся на максимум. Эррор. Так, насколько я помню, у него есть... Эта битва, кстати, еще не закончена. У него есть еще стадия, и у него несколько стадий. Но, в принципе, теперь уже могу. 15. Извините, главное, терапика. Да. Опять эта атака. Ну, а еще какие-то атаки у него должны быть сейчас, да. Так. Но. Нет. И что? Сейчас, по идее, что-то должно случиться. Сейчас должно появиться. Я просто файл
hail it to Lord and search him have been notified. Да, но с Crashim уже нету. И Винсорсим иногда может быть баг, что пишется, что проект крашнулся. Просто жмите на флаг опять. Итак. Что ж, ты здесь. Опять. Ты думаешь, что ты можешь победить меня? Так легко? Ты идиот. Не воруй фразу славы. Ладно, шутка. Так. Ха. Оп. Оу. Да, у нас фулл хп. Итак, продолжаем атаковать. И да, он увернулся. Увернулся он. Что думал, так легко опять мне начнешь взламывать? Теперь я знаю, как ты взламывай. И теперь тебе будет сложно. Сложно будет. Да, я знаю, как ты взламываешь, так что... Но меня это не спасает, потому что я оборачиваюсь как говно. И это так как-то сложнее как было. Чем тогда, это чем вот такие были. Попробуй это. Обычный гастер-бластер. Какая-то второй этап легче. Ну да. О, вообще изная атака. У нас ТП где-то на 15 ударов. А проблема в том, что он может эти 15 ударов за одну атаку снести на изич. Да, это была вообще изичная атака. Ладно, теперь по-серьезному. А вот теперь по-серьезному. Видите? О, лабиринт. Это сложно. Я ни разу не проходил эту атаку без дымага вообще. Ни разу. Стоп, чё за бананы? Ты кидаешь сейчас бананами? Это как вообще называется? Хотя бы цвета не лагают. Фух. Так. Это адская атака. Да, это сложно. Это как бы... И с нее нужно убегать. Оу. Да. В принципе, если сейчас разберок... Рискнуть или же не рискнуть? Рискнуть. Живи это. И чё? Что дальше? Может это всё? Да, я оказался прав. Вообще, сюда нужно идеально встать. Вообще ничего. Да. Только нужно ждать. Минутик в два. Так, отлично. Он плачет. И кидает нож. Хотя нож какой-то большой даже был. Оп! Прыгнула на меня какая-то штука. Опять эти морковки или что это вообще такое? Ножики, кажется, даже. Или же... А, это он картошку чистит. Я понял, это он картошку чистит. Так. Продолжаем его терроризировать. А, все. Больше ничего нет. В общем говоря, заканчивается вот неполная версия Scratch Tail Code на этом, собственно говоря. Ну, что я могу сказать? Отличная, конечно, игра получилась. Ну, по крайней мере, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, если вам нравится мои видео, а также нажмите колокольчик, если хотите
почти с вами первыми. Давайте.